Всем привет, с вами Росиксон. Сейчас я расскажу про NIR Crown. А также в этом видео будет розыгрыш $5 в токенах NIR. А чтобы получить $5 в токенах NIR, напишите свой опыт заработка в экосистеме NIR или убытка. Я выберу самую интересную историю, по моему мнению, и отправлю токены. Но нужно будет подписаться на чат Aurora Giveaways. Там много интересного, связанного с Aurora, NIR, много всяких конкурсов, так что ссылочка будет в описании. И на мой телеграм-канал, где я рассказываю о своих темках в криптовалюте, иногда просто смешную инфу. Также я веду там рубрику, где я заработал с нуля $300. И показываю, на каких темках я заработал. Там это конкурсы, ну в общем, заходите и сами посмотрите. Итоги будут в моем телеграм-канале, ну, дней через 5 примерно. NIR Crown позволяет зарабатывать, выполняя простые задания. Входит в экосистему NIR. Полную экосистему NIR вы сможете рассмотреть на сайте AWSM NIR. Там более 300 проектов, основанных на NIR, и там можно посмотреть их описание и перейти по ссылкам. Также все ссылки на NIR Crown будут в описании. NIR Crown — это сервис, который позволяет людям зарабатывать, выполняя небольшие задания. В то время как задача предоставляется и финансируется централизованной организацией, называемой заявителем, NIR Crown значительно ограничивает полномочия, которыми обладает запрашивающий, и вместо этого передает власть сообществу. В частности, хотя запрашивающая сторона предоставляет спецификацию того, что необходимо сделать каждой задаче, именно сообщество решает, правильно ли выполнена каждая задача в соответствии с этой спецификацией. Также не забывайте ставить лайки, и да, в некоторых моментах я делаю небольшие упрощения и могу ошибаться. Такс, все это достигается путем создания набора правил, сдержек и противовесов, которые применяются с помощью смарт-контракта, развернутого на NIR. А чат NIR Crown есть в описании, там вы сможете пообщаться с людьми, которые работают в NIR Crown. Такс. Членство в NIR Crown можно купить или выиграть в каком-то розыгрыше. Только после этого вы сможете работать там. Расценки там разные. В общем, за проверку фото вам могут дать 0,5 NIR или больше. Плюс еще ваш заработок будет коррелировать с курсом NIR. Чем больше курс NIR, тем больше будет ваш заработок. Покупать ли инвайт? Думаю, решать вам. Окупится ли это? Я не уверен. Особенно нужно учитывать курс NIR. Если вы верите в его рост, то почему бы и нет? NIR Crown похож на подработку в крипте. Вы сможете как сами делать задания, так и передавать их кому-то. Вот примерно так. Буду благодарен за конструктивную критику в комментариях. Всем спасибо, всем пока.